Как тебе такая толпа? Илон Маск. Вот это он псих. Кстати, от них что, вообще нереально убежать? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, The Robot, Abguy, полковник. Пацаны, скажите крутые слова. Всем здравствуйте. Здорово, подписчики. Всем привет. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживание. Поехали. Первый. О, это, кстати, очень мощный, очень мощный. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как он прыгает. Нифига себе, ребята. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Смотрите, какой классный сиреноголовый. Мне он очень нравится. Ого. Он по стене. Вы видели? Да я, он за мной бежит, потому что... Да как это он по стене? Я такого еще не видал. Опа, спрыгнул. Пошел. Давайте посмотрим на его умение... мыслить. Во. Первый ушел. Берем оружку, я чувствую, что она мне пригодится. Ну что, щенок вонючий, я тебя убью. Это знаешь, как не... не а он не может сюда пролезть, смотрите! Он не может, он психует, не знает, что делать, кричит. Ладно, давайте выйдем, пусть повоюет с нами. Он тебя может убить этим криком. Может, да, хп отнимать? Да. Вотчим. Отпрыгиваем. Блин, если он меня схватит, мне жопа, помогите. Давайте переключим на других игроков. Пусть мочит пацанов лучше, чем меня. Давай, иди. Ого, кричит. Ой. Эй, слышь, ты псих вонючий. Да говно оно. Ого. Ой, тебе голод кусил. Берет. Ну чё? Блин, мы его так не убьем, да, наверное? А чё мы его не можем убить? Не, я знаю, каким можно оружие, но это нечестно будет. Не, это нечестно. Давайте все-таки просто возьмем все мощные пулеметы. О, Serious M2 оружие, ребята. Ауч, говно. Там же есть прикольное оружие. Во! Знаешь, где этот дерьмоед? А ну иди сюда. Где? Вот он. Всегда. А, потому что... Нет, не убила? Это традиция уже какая-то становится, что я первый всегда какой-то умираю. Блин, да мы его будем всю серию, что ли, мочить? Хорошо, давайте другого стеноголового поставлю. А какие у нас убью. Есть еще? Вот, давайте, я буду, короче, ребята, ставить новых каких-то. Вот это, что это? Не-не-не, подожди, это похоже на этого же, но... Мэд, приставка. Вуд. Скай стример. Ого, не-не-не-не-не-не, ребята. Это в следующей серии. Давайте... О, вот это что у нас? Это новый, ребята! Давайте все-таки посмотрим на нового. Посмотри, как он детализированный, красивый. Он очень блестящий. У тебя тоже отражения такие прикольные прям на нем? Я вижу. Офигеть, прям тень откидывает. Ну что, падла, сдохни. Мы его убьем или нет? Напишите, ребята, в комментариях. Так, я беру очень мощное оружие. Так это какое же у нас мощное оружие есть? Может, пригвождатель его пригвоздить? Ого, чё он улетел? Это он фигню какую-то лазерную использует. Нифига себе. А давайте попробуем этим оружием. Чё-то он долго приземляется. Можем ему помочь как-то. Чё у нас еще есть? Мы его чё, ничем не убьем, что ли? Сейчас его назад притяну. А, ну вот этот пулемет. Ого, он просто стоит в воздухе. Это чё? Зачем? Знаешь, как его выкурить? Ну, это нечестно, кто застрял там. Да блин, я хочу, чтобы они погонялись, а они не гоняются за нами. Хорошо. А больше новых не... Во, есть еще новый, смотрите. Ой, а, это был... Валахатка? Валахатка? Да. Я не помню этого. Да. Это овца какая-то. Или как я говорил, еще не помню. Пони, шерсть. Хорошо, вот. Сильный всех. Там он какой-то неадекватный, нас наказывает. Я помню, что бегемот. Пацаны, кто жив, тот не надо. Вот это психи. Смотрите, сколько я поставил сиреноголовых. Вот эта толпа, офигеть. Мне это очень нравится, я люблю такую мощь.
Они, кстати, медленные. Ну, немножечко стрёмные. Давайте, короче, будем перетравливать на пацанов. Может, еще поставить? А, они между собой драться будут. О, давай посмотрим, как это смотрит. А ну чё, а R2 шары их тоже не убивает? Нет, не убивает. Убили. Убил с шаром, видел AR2? О, давайте, правильно, правильно, пацаны. Наказывайте их, прощайте, я умираю. А, тварь вонючая, убила меня, а? Ай, говно собачье. Вот это мы устроили вахханали, мне это нравится. Убивают, убивают, я вижу, пацаны. Сиреноголовых убили. Пацаны, сейчас я поставлю таких сиреноголовых, которые вам будет очень сложно убить. Вы готовы? Давай. Так, надо в разные точки поставить. А, еще там какой-то зашкеренный есть. Ой-ой-ой, это вот эти чупорщелы, которые лазят умеют? Да. Ах, ну говно. Чё, как тебе такая толпа? Илон Маск. Вот это он псих. Кстати, от них что, вообще нереально убежать? Я убил одного. Ого, вы чё тут, ребята, деретесь? Ой-ой-ой, я не буду. Ой-ой-ой-ой. А как от них убегать? Они же нереально мощные. Зрите, что? Подожди, пока не выйдут со спавна некоторых. Ого, тут еще обычно сиреноголовые ходят, но они между собой не дерутся, кстати. Отвянь, чебуршилых фига. Блин, 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 какое оружие против них использовать? Может, это ножиком? Просто... Смотрите, они даже там на крыше тусуются. Вот это прикол. Да, блин. Не задрали, дайте возродиться. Буду наказывать. Блин, не успел. Убил троих. О, кстати, Serious M2 оружие их точно убьет. Полетели. Ой, ах ты. А я сейчас буду мочить, мочить, мочить и убью их в итоге. Еще одно убил. Давайте, а, блин, убей. Смотри, а. Отвиньте от меня, я хочу пожить. Давайте, давайте, оружие Serious M2 рулит. Ого, шары летят. Значит, я смогу так высоко летать? А, нет, подождите. О, попугай. Ну-ка. Попугаи мои как-то странно очень летят. Убили? О, не, не убили, не убили. Давай, я буду его сжечь. Да что ж ты, а? Все. Подолец такой. Убили? Убил. Ай, говно. А вот сейчас будет самое сложное, что вы могли себе представить. Мне кажется, может сильно пацанов не наказывать, но, наверное, придется. Но от них очень классно убегать. От этих прикольно убегать будет. Ты сейчас себя накажешь. Прощай, Дима. Ой-ой-ой. Что, Serious M творит оружие? Ой-ой-ой. А чё их так много? Немного я поставил. Нормально? Они на... Ого, вот это тусняк. А я упал! Ай-яй-яй. Вот это жесть появляться внизу здесь. От них, кстати, можно убегать, пацаны. Они легкие какие. Да-да-да, я их поставил много из-за того, что они легкие. Ну, я так думал, что они легкие, но они очень легкие. Так. А ну, давайте можно пригвоздить этого челепиздрика. Ой, их можно пригвождать, пацаны. Все берем пригвождатели. Блин, реально их можно пригвождать. Они на месте, получается, сидят, когда пригвождаются. Не, я подбиваю, Откидывается, откидывается и стоит на месте, сидит. Офигенно пригвождатель. А ну иди сюда. Смотри, смотри, жопой, жопой назад. И все, и остается на месте. Ой, красиво взорвался, видели? Пацаны молодцы, пригвождают их. А ну иди сюда. Ах ты жопа. Сдохни. Офигеть, можно отстреливаться. Убили. Все-таки мы, ребята, нашли метод, как их убивать. Я всех убил почти. Так, пацаны, сейчас будем делать тест. Я сейчас отключаю искусственный интеллект, но вы их не мочите, поняли? Они должны быть просто живые. Все, они вас не будут убивать. Они будут просто... А, нет, давайте игнорировать игроков лучше. О. Короче, сейчас оставлю разных NPC-шек и взорву классную бомбу. Одну. Только вы ничего не делаете. Потому что я буду орать. Ай-яй-яй. Стойте на месте, сволочь. Такие звуки издают странные они очень.
Дим, знаешь, какую я могу бомбу заспамить? О, нет, не надо, не надо, я все, у меня все продумано до мелочей. Давай посмотрим, какую бомбу, какую я думаю. Сейчас. А ты думаешь о какой-то бомбе? Да. Сейчас я тебе покажу эту бомбу. Если я думаю о этой бомбе, значит мы гений. Мы вообще, как ты думаешь, когда мы последний раз эту бомбу взрывали? Ой, это давно не спускают. Покажу, как взрывать бомбы. Приятного полета всем. Они не умирают. Знаешь, какую сейчас я, подожди, бомбу найду? Ой, нашел. Красиво. Вот, Дима, это жесть. Полетали. Давайте я попробую улететь. Все, давай, удачи. Ой-ой-ой-ой-ой, успею. Все. Не успел, но смотрите, как красиво. Ой-ой-ой, они тоже не умирают. Какие-то живучие. Ну, а что от пушки Сириус Эмма не умирают? Ай-яй-яй, сейчас все в кислоту. Ой, ты, вот это жестко. Так, теперь я взрываю. Давай, по очереди. Ну, я сейчас взорву такие бомбы, которые их убивают, я что знаю все паки. Ой. Давай, я знаю, какую-то можешь сейчас заспамить. Так, давайте, отлетел от этой вакханалии, потому что вообще же... Ого, они тут по стенкам лазят. Так, ну что, сейчас ждем немножко, пусть дым спадет, чтобы мы увидели весь эпик этих взрывов. Мощная... бомба не мощная, но эффект от нее колоссальный, на NPC именно. Можно попробовать вулканическую потом один раз взорвать. Все. Ой-ой-ой. Сейчас смотрите, как они будут умирать быстро. Полетело. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!